В Петербурге скончался основатель ансамбля «Поющие гитары». Анатолию Васильеву был 81 год. Предварительная причина смерти – сердечный приступ. Это был знаковый советский коллектив. Он пользовался необыкновенной популярностью в 70-х годах. Именно «Поющие гитары» дали имя всему жанру «ВИА» – вокально-инструментальный ансамбль советской эстраде. Имели множество последователей, подражателей. Это они пели «Синий иней», «Нет тебя прекраснее» и «Не умирай, любовь». В советские времена музыканты давали до 400 концертов в год, на которых всегда аншлаг был. В 1985 году Васильев покинул ансамбль, вернувшись с него лишь в 2015 уже в качестве художественного руководителя. В разные годы участниками ансамбля были Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Ирина Понаровская. Все они позже признавали, что участие в коллективе стало для них отправной точкой сольной карьеры.